Ну, 20 метров от Киева. Подмен нету, мы. Ждем, ждем. Каждый Молодой. день 200-х, 300-х возят каждый день. Что, каждый день стреляет, да? О, вообще, день полишь как раз. Вчера вот один танк, одну БМП взорвали. А вашу взорвали? Да. Ну, батальон там? У нас или все вместе? Вся эти баркульская дивизия вообще идут. Ну, колесную технику, говорит, полностью разъебали. Потому что там-то хуя кого в плен взяли еще. А, чё, а как они, блядь, плен берут нахуй? Сами сдаются, просто на колени встают и все, и не стреляют. А этот гражданским автоматы все оружие выдали, РПГ, ну, и они, кроме из леса, ну, партизанская война идет, там, из леса выбегают, обстреляют и обратно. Валера, держись, не добавляй. А, держись, хули делать-то. Каждый день бухаем, блядь, потому что страшно, блядь.